На сегодняшний день все ЦОНы по Восточно-Казахстанской области работают в штатном режиме с 9:00 до 18:00. Корреспонденты телеканала посетили центр обслуживания населения в городе Усть-Каменогорске. Жизнь восточно-казахстанцев возвращается в привычное русло. Так, сегодня жители могут воспользоваться услугами ЦОНов. Всего в Восточном Казахстане функционирует 22 ЦОНа и 10 секторов самообслуживания. На сегодняшний день по области центр обслуживания населения работают в штатном режиме. Услуги оказываем, работают также с 9 до 6 вечера, до 18:00, без обеденного перерыва. Весь спектр услуг оказывается. По городу Усть-Каменогорску функционирует 3 центра обслуживания населения, по городу Семей 2 центра обслуживания населения. Важно отметить, что спеццоны пока не работают. Это связано с тем, что сотрудники комитета административной полиции переориентированы на выполнение других задач. Также пока не оказывают услуги по обслуживанию автовладельцев в спеццонах. На сегодняшний специализированный центр обслуживания пока не работает, в связи с тем, что сотрудники РЭО, которые задействованы на оказании также услуг бэк-офиса, они сейчас задействованы на других мероприятиях. В связи с этим, как бы пока именно по специализированному центру обслуживания населения услуги не оказываются. По остальным, по всему спектру услуг, везде мы работаем, везде оказываем. Как вы видите, мы работаем в штатном режиме, поэтому, пожалуйста, приходите, получайте государственные услуги. В ЦОНе, который мы посетили, большое количество посетителей. Они подтверждают, что с получением государственных услуг не возникает никаких проблем. Центр обслуживания населения работает в том же режиме. Пришли зарегистрировать свои документы, зарегистрировали. Пришел в ЦОН, устраиваясь на работу, хотел бы получить эти справки о несудимости, о месте жительства, адресные справки. Все работает. Сегодня 10 января. Пришла получить документы. Подавала месяц назад на них. Вот, ждала очень долго открытия ЦОНа. Давно они были готовы. Как раз сегодня крайний день, когда они мне были нужны. И наконец-то хорошо, что ситуация восстановилась в стране и в области. И открываются организации государственные и частные. Вот, получила документы, все работает. Так что все приходите. Вот пришел взять справку о несудимости и наркологическую справку. Все получилось, все работает. Я пришла в ЦОН, чтобы оформить справочку для работы. А режим работы идет прекрасный. Персонал вообще отлично работает. Помощь, прямо вот только слово, здесь же помощь. Настроение прекрасное, все хорошо. Дай Бог удачи всем наших казахстанцам в дальнейшем мира, дружбы и согласия. Напомним, в Усть-Каменогорске центры обслуживания населения находятся по следующим адресам: Белинского 37А, Каныша-Сатпаева 34/2 и Казахстан 99/1. Алексей Сафонов, Максат Нигметов, Алтай-Акпарат.